Автомобили Ранио, присоединяйтесь к нашему убежищу, и мы предоставим вам дом, горячую воду и еду. Не волнуйся, малышка, я позабочусь о том, чтобы вы благополучно прибыли в убежище. Но я не хочу оставаться там одна. Будь хорошей девочкой, здесь слишком опасно. В убежище есть горячая вода, а там ты сможешь принять ванну. Просто иди по этому пути. Осторожно! Черт подери! Автомобилю конец. Тела зомби застряли в колесах. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы посмотрим на новиночку, которая называется Doomsday, последний выживший. Его можно починить? Это невозможно, малыш. Остаток пути придется пройти пешком. Впереди дорожный знак. Надеюсь, что мы идем в правильном направлении. Так, переместиться сюда. Нажмите, чтобы исследовать. Сломанный указатель. Старый указатель с названием небольшого городка. Но кто-то указал на нем, что впереди есть убежище. Даже так? Ага, у нас сумка. Сюда! Иди за мной, осторожно! Там кто-то сидит. Воу! Освободить! На, нафиг! Мне почему-то напоминает мне... Этих парней приманили сюда запах крови. Приготовься к бою, малыш! Предупреждение зомби. Так, навыкам требуется время для зарядки. Так, навык полностью заряжен. Перетащите значок, чтобы разблокировать навык. А, мы типа это, я понял. Преграду поставили. Хе. Зона очищена. Здесь слишком много зомби. Это убежище небезопасно. Может быть, мы можем кого-нибудь попросить помочь? А кого тут помочь? Тут вон трупы только одни валяются везде. Кстати, вот это можно как-то обыскать. Нет? А, вот у нас тут карта даже есть. Вот он наверху, ребят. Опа, подожди-ка. Помидоры. Что-то мне тогда более знакомо. Вообще, мне напоминает это, знаете что? Одни из нас. Это Элли. Это Джоэл. Там щенок. Иди сюда, щеночек. И куда побежала? Эй, не уходи без меня. Давай, малыш. Так, подожди. А куда она вошла? Нет, туда я не могу пройти. Ладно, давай здесь посмотрим. Там что-то лежит в коробке у нас. Ловушка, надеюсь, какая-нибудь опять. Доски. Значит, мы тут что-то будем строить, получается, да? Помогите! Отвали, чудовище! Нужна помощь? Нифига себе, Кэтрин, катастрофа. С чупиков, с такой пилой. Хорошо. Они идут и идут. Берегись, вряд ли я смогу прикрыть твою спину. Крепче держи пистолет, остальное на мне. Теперь нас стало трое. А, так у нее еще и арбалет. Воу! А что это такое? Ох, нифига, крутая штука.
Воу-воу-воу-воу! Так ты выброси эту пилу-то. Есть. Я Кэтрин. Я жила в этом убежище. Неделю назад это место захватили зомби, поэтому вам лучше уйти. Почему вы все еще здесь? Моя сестра в убежище, я не могу оставить ее одну. Вы спасли нас, поэтому мы поможем вам найти вашу сестру, верно, Макфаден? Дело твое. Макфаден такой, знаешь, суровый дядька. Дело твое. Впереди сбоку дверь, оттуда мы можем попасть в убежище. Вы знаете, как ее открыть? Так, опять помидоры. Что-то мне не нравится вот это вот все. Он отвечал за охрану бокового входа. Безопасный выход. Надеюсь, вы не забыли свои ключи. Так, окровавленные заметки. Листок бумаги с нарисованными на нем цветными фигурками. Кажется, что они помечены по порядку. Квадратик, кругляк. Как там, многогранник, да? Здесь нужно нажимать кнопки в правильном порядке. Ну вот так, так и так. Смотри, броневик. Эта дверь ведет в убежище, о котором ты говорил? Верно. Надеюсь, моя сестра в безопасности. Нужно помочь ей. В общем, мы... Ух, нифига тут. Такое хмырье. Синтия, нашлась наконец. Похоже, у тебя была неплохая неделя. Да, правильно. Нужно сделать все возможное, чтобы изгнать этих зомби. Возможно, я смогу вам помочь. У нас есть план. А, у вас есть план? Как тут обстановка? Восстановление убежища. Как видите, во внешних зонах убежища полно зомби. Нужно же зачистить их и починить баррикады, чтобы зомби не смогли пройти. Ферма, полицейский участок, там дофига чего. Это амбициозный план. Надеюсь, у вас все еще достаточно припасов и рабочей силы. У нас заканчиваются припасы, нужно подумать, как собрать больше. В убежище есть заброшенный склад, который мы можем использовать. А кто это там бежит? Собирает. Теперь у нас достаточно ресурсов для ремонта склада. Так, получить. Освоить район. Вы освободили район. Что там нам дают? Разогнать туман в районе фермы. Мы накопили запасы на складе, но продуктов осталось немного. Нам нужно запастись большим количеством еды. У нас есть томатная ферма, поэтому еда не проблема. Просто нужно немного прибраться. Ну давай. Че это такое? Предварительный просмотр отряда. Макфаден, Кэтрин катастрофа и Синтия катастрофа. Сестры могут вам... Сестры помогут вам перейти на этом этапе. Это босс что ли уровня или че? Ну давай. Перейти. Ну точно, ё-моё, Джоэл и Элли. Наше время пришло. Ржавая мотыга. Мотыги покрыты ржавчиной и грязью. Похоже, их бросили в спешке. Я лучше обращаюсь с ружьем, чем с мотыгой. А-а-а!
Ох, нифига, посмотри. А как перевернуть-то? Да. Ну что ты делаешь, а? Ядрён, матрён, турель. Фига, их там бежит. Плюны какие-то там. Ё-моё, смотри. А, так мы еще можем отходить. Не так все просто, блин, ребята, почему-то. Так, ну у нас... Фью. Так. Герой поддержки. Прикольно так смотрится. Отлично, похоже, это место вам подходит. В убежище много выживших, которым нужна ваша помощь. Мы с Кэтрин отправимся в путь. Пожалуйста, отремонтируйте убежище и помогите нам реализовать наш план. Вы можете найти нас, если у вас возникнут проблемы. Ха-ха, горячие девочки, да? Нанять Кэтрин. А, блин, они за деньги, ребята. Ну что за невезуха? Мы умрем. Так, нужны выживания. Так, получаем с тобой этот. Что нам дальше надо делать? Перейти. Давай расчищать, короче, здесь все. А у нас настройки есть? Так, подожди, ребят, я хочу посмотреть, у нас есть настройки или нету. Вот. Так. Системные настройки. Так, высокий, частота кадров высокая, оптимизированный режим. И звук, звук хотелось бы мне. Уж больно как-то тихо, тебе не кажется? Ну, вот так вот сделаем. Так, достижение. Получить. И никнейм у меня не такой, на самом деле. Так что не надо мне тут свистунка заправлять. Вот так вот. Что? Вот это и оно. Так, отряды. Ага. Так, убедить фермеров вернуться на ферму. Какой ужас! Повсюду монстры! Убедить. Спасибо. Я могу вернуться домой. Какой смысл заниматься фермой в такое время? Пришло время вновь заняться фермой.
освоить район. Ага. Слава богу, мы спасены. А тут что? Даже если еды и припасов достаточно, нам понадобится больше рабочей силы. Люди в убежище очень устали от борьбы с зомби. Люди здесь очень страдают, они напуганы и им больно. Они в отчаянии. Все, что мы можем сделать, это помочь им успокоиться. Но все остальное зависит от них самих. Когда-то это был полицейский участок. Патрульная машина может помочь нам найти больше людей для нас. Можно придумать, как починить ее. Так, 2000 досок. Теперь у нас достаточно ресурсов для ремонта больницы. Пожалуйста, спасите моего дедушку. Он болен и страдает. Я сделаю все. Вы должны помочь. Пожалуйста. Спасти старика, забрать ребенка. Давай попробуем спасти. У меня есть лекарство, отдать ему. Спасибо большое. 20 гемов я получил, вознаграждение. Достижение филантроп. Так, больницу починил. Мне нужно выпить. Дать лекарство. Мы живы благодаря вам. А тут что? Мы уже потеряли надежду. У нас не было еды, и мы не хотели превратиться в монстров. И я подарил им быструю и безболезненную смерть. Это последняя пуля для меня. Детей своих убил. Спасти его. Не жаль, что мы опоздали, но вы должны жить дальше. Оставьте меня в покое. Это рана, нет укуса, клянусь. Я обещаю отплатить вам, если переживу это. У меня слабость, слишком большая кровопотеря. Ему повезло меньше, чем мне, спасибо. У нас в магазине что-то ежедневное усиление. Так. Улучшить штаб до 2 уровня. Так, пролог запуска автомобиля. Осваиваем район. Воспользуем. Так, понял. Свяжитесь с другими выжившими через полицейский участок. Поиск. Отправьте полицейские машины на поиск героев и материалов за пределами убежища. Нифига такие тачки. Расширенный поиск или обычный? У нас бесплатный. Вот это круто сделано, мне понравилось. Уже все? Пророк. Чарли. История. Чарли, пессимистичный гедонист. Веселись, пока можешь. Вот девиз его жизни. Он предается музыке и крепкому алкоголю и никогда не упускает возможности повеселиться. Он не считает, что в этом есть что-то плохое. Мир идет к концу, почему бы мне не повеселиться? Чарли утверждал, что давно предвидел конец света, за что получил прозвище «Пророк». Несмотря на его пессимистичность, настрой и негативные взоры, его дурные, и дальше не прочитать, к сожалению, ребят. Но Чарли, нашли Чарли. Так, у нас есть еще обычные поиски, 5 штук. Оу, фига. Подпольный доктор. Таинственный, не поддающийся слезам, лишенный сострадания врач, хотя по профессии он врач. Большинство выживших в убежище знает, как его необычного торговца. Он
часто путешествует между убежищами, продавая товары неизвестного происхождения. Странно, что ему всегда удается достать редкие в этом постапокалиптическом мире предметы, с которым большинство нормальных людей не расстаются. Он нико... А вот здесь вот можно считать. Он никогда не говорит, откуда он берет эти вещи, хотя большинство догадывается, что от мертвых. Но если кто-то жаждет его товара или припасов, в отличие от других медиков, которым трудно защититься, его средства самосохранения далеко не мягкие. Его сделка, похоже, не совсем ради прибыли, а для других более грубых целей. Помимо товаров, он также продает информацию и имеет довольно много контактов с торговцами, разведданных по всему миру. Иногда он также проводит операции, ему платят за исцеление людей, но если кто-то умирает, он забирает у него все, даже тех, кто превращается в зомби. Он также, не задумываясь, отпиливает руку или ногу, если считает, что человек выживет. Такой серьезный доктор. У него поддержка, собиратель и стрелковый отряд. Дать ему... Так, ну понятно, давай еще разок отправим. А, все, я не могу, ребят. Ох, это место тоже выглядит как девятый Крукада. Еще и поесть тут нечего, я умираю с голода. Мы предоставим вам еду и припасы, вы знаете, как их сейчас мало, присоединяйтесь к нам. А вот тут уже зомби, я уже вижу, ребята, ёпарасоте. Это последний район? Похоже на казармы. Мы уничтожили зомби в других районах, но здесь их полным-полно. Может быть, это их гнездо? Нам нужно вооружиться и повысить силу. Как только мы это сделаем, мы покончим с ними раз и навсегда. Ответный удар. Так, героев можно использовать для сражений на этапах кампании. Характеристики героев кампании можно смотреть здесь. Ну вот пока вот такой у меня отряд. А этих... Ё-моё, этих пока я взять не могу. Так, опыт. Повысить. А? Доктору тоже, наверное, надо повысить. 500, давай сразу же. Ну, он, я так понимаю, обычный. У нас вот эти вот самые такие эпики, эпики. Так, скоростной огонь, я открыл навык. Вот он. Макфаден целится и стреляет после каждого пятых базовых атак. Ему требуется 1 секунда, чтобы захватить цель и нанести 180 урона 5 случайным зомби. Оу. Линия тыла. Ать. Опыта больше нет. А что у тебя? Пегги выпускает энергетическую бомбу, которая создает электромагнитное поле. Снижает скорость зомби на 40%. Ага, вот оно что. Ну что, друзья, попробуем уничтожить. В сумке что у нас тут есть? Есть ускорение. А, фрагмент доктора, я понял. Используется для повышения ранга Лиама Макфадена. Дает немного опыта. Почта. Встречайте новый способ пополнения, ну, внутриигровой валюты. Так, ну что, друзья мои, сюда, наверное, пойдем для начала. Зомби проникли в убежище, скорее расправьтесь с ними. Давай, подлец. А, вот тут как.
Ну, тут изи. Но там у нас еще, кстати. Нужно нападать в убежище. Ну что, пойдем, фига тут. Эти препятствия не позволяют нам войти, но они как-то блокируют выход. Ау! Осторожнее, эти зомби сильнее тех, с которыми мы сражались раньше. Похоже, скоро мы столкнемся с их лидером. Блин. Ё-моё, там громилы идут. Плевуны. Фига! Я ставлю перегородку, ребят. Ну, замедляем, замедляем. Фью. Фиге тут. Осваиваем этот район. И что мы тут получаем? Так, какая-то тренировочная. Отличная работа. Мы избавили убежище от зомби. План сработал. Мы отбили все основные задания. Ой, здания. Теперь нам осталось отремонтировать баррикаду, чтобы больше не могли попасть в убежище. Так, вы построили свое собственное убежище. Чё? Зомби наступает. Наше убежище окружила куча зомби. Макфаден, мы не выживем, если застрянем здесь. У меня идея. Пойду пошумлю в лесу за горой, чтобы выманить их. Опасно идти одному, Макфаден. Возьми меня с собой. Идти в лес. Вот мы, блин, камикадзе. Идти в лес, твою налево, блин. Слушай, ну это танк. Чарли. Чарли идет как танк. Хм. В лес мы, видите ли, пошли пошуметь. Вот. Делать-то им нечего. Макфаден и Пегги пробрались на гору, чтобы выманить зомби. В этом лесу есть радиовышка. Она может вызывать громкий шум, чтобы привлечь зомби. Тут много зомби, преграждающих путь. Будь осторожен, Макфаден. Ну да. Смотри, смотри, какие твари. Оу! Ну так что-то дело не пойдет, ребят. Ставлю замедляху. Ну, танк нормально стоит, ребята. Он сопротивляется неплохо. Очень даже неплохо. Но то, что они с разных сторон могут нападать, мы устранили их. Радиушка впереди. Вперед. Мы здесь.
Надеюсь, она все еще работает. Как только мы ее подключим, она должна издавать большой звук. Это... круто, зомби наступает, мы должны выбраться отсюда. Осторожно! А, чмо! Он кусанул. Ты в порядке? А, моя рука! О, нет, тебя покусали. Пегги была укушена и мутировала. Ее нужно немедленно вылечить. Офигеть, тут еще и вон как сюжет поворачивается. Так, и звуки отвлекли зомби. Убежище пока в безопасности. Мне нужен доктор, Пегги! Нужна помощь, она ранена! Я доктор, позвольте мне взглянуть. Состояние Пегги необычно, она устойчива к вирусу зомби. Отведите ее в процедурный кабинет, быстро! Точно одни из нас. Убейте меня, пожалуйста, я не хочу причинять вам боль. Мне все равно, дитя, я спасу тебя. Макфадден. Пегги в критическом состоянии. Нам нужна еще одна доза антивируса для завершения текущего лечения. Лечить. Введите антивирус, чтобы облегчить заряжение. Состояние Пегги очень нестабильное. Она покинула лабораторию, чтобы проконсультироваться с незнакомым доктором. Как Пегги, доктор? Пегги выработала антитела к вирусу зомби. Мне нужно больше противоядия, чтобы вылечить ее, Макфадден. Вы оказываете мне огромную услугу. Как вас зовут? Я раньше никогда не видел вас в убежище. Я Анджела, и я пришла сюда в поисках убежища. Если убежище и процедурный кабинет будут надежно храниться, я смогу помочь вылечить Пегги. Конечно. Я придумаю план охраны этого убежища и дам вам немного времени. Чтобы сражаться, нам нужен отряд. Снаружи есть группа потерявшихся надежду солдат. Нужно позвать их сражаться с зомби вместе. Головорез. Поздравляем, вы получили головореза. Всего 30 войск. Вероятность нападения. Атака. Нажмите, чтобы выбрать героя, который возглавит ваши отряды. Вы можете выбрать до одного командира отряда и одного помощника. То есть у меня будет командир. Лидер, да? Поехали. Опа-на. Давай-давай, забирай продовольствие. Браво! Давайте уничтожим этих зомби и продолжим наше путешествие. Отряд 75, уровня 1. А у нас 79. Нормально. Готов, хмырь. Береги себя. Ты все, что у меня осталось. Я не хочу умирать. Помогите мне, командир. Так, опыт. Разве вы не должны быть в лазарете, Анджела? Здесь небезопасно. Там ничего особенного, поэтому я решила поискать что-то, что можно использовать для антивируса. Будет безопаснее, если вы присоединитесь к нам. Мы вместе найдем то, что вам нужно.
Звучит неплохо. Рада быть частью команды. Так, военный врач Анджела. История. Врачи в постапокалиптическом мире – дефицитная и опасная профессия. Грубая и примитивная лечебная среда, отсутствие оборудования и тесный контакт с зараженными поставили врачей в рискованное и сложное положение. Но Анджела решает продолжить свою профессию, используя свой опыт боевого медика для помощи пострадавшим в постапокалиптическом мире. Она часто работает с военными, чтобы получить максимальную защиту. Благодаря своей работе она добилась лучших условий жизни, а также уважения со стороны других выживших. Спасая жизни одной рукой, она вынуждена убивать зомби другой. У Анжелы сострадательное сердце, и она часто испытывает боль и противоречия из-за своих действий. Несмотря на это, она оборвет жизнь зараженного человека до того, как он превратится в зомби. Это самое большое милосердие, которое она может оказать. Когда командир медиков доктор Анжелы искал спасение убежища, они потеряли партию антивирусов в суматохе. Нужно искать его здесь. А, нужно искать его здесь. Вот он, да? Начните главу 2. Лечить. Так, полностью восстановился и готов к бою. Тренировать. Войск разделены на 6 уровней. Исследуйте технологии, которые могут разблокировать войска более высокого уровня. Количество войск, которые может обучиться здесь. Нажмите «Обучить», после окончания обучения получите тренированных войск. Понял. Так, понятно. Повысить уровень. Доски есть? Это есть. Тоже повышаем, да, наверное, уровень. Фигушки там, да? Поиск, ну поиск. О, есть! Или нету? Вот у нас поиск. Фрагмент Эндрю какого-то. Фрагмент Питера. Так, перемещает ваше убежище в определенное место. Слушай, это, по-моему, потом будет открытый мир, и мы будем между другими кланами, наверное, воевать, я так понимаю. Это из разряда таких игр, да? Неожиданный побег. Да, скорее всего, это как обычно, ребята, до 10 или какого-то уровня мы с вами прокачаемся, а потом будет открыт свободный мир. Скорее всего, это будет так. Антивирус. Можно получить, выполняя миссии, главы и исследуя окрестности убежища. Заберите антивирус, чтобы вылечить Пегги. Отличная работа. В приюте чувствуется безопасность. Я приготовила дозу антивируса. Нужно дать ее Пегги. Работает. Антитела Пегги могут быть ключом к
к этой вирусной вспышке. Я продолжу ее лечить и разработаю противоядие от вируса. Но ведь все равно она почему-то не вылечилась. Так, ускорение строительства теперь действует в убежище. Так, короче, ребята, я понял. У меня сейчас будет казарма стрелков. У меня сейчас будет такая штука, что мне надо будет постоянно искать вот эти дозы и лечить тем самым Пегги. То есть, ты понял, да, в чем приколюха? Ну что, а на сегодня, пожалуй, ребятушки, для первого, так сказать, обзорчика, я думаю, будет достаточно. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу следующей серии. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.